Дмитрий Полуянов приехал в Москву дать мастер-класс и начать. А я от неожиданности даже забыла сказать, как я рада тебя видеть. Find myself at your door, just like all those times before. I'm not sure how I got there. All roads they lead me here. I imagine you are home in your room, all alone, and you open your eyes into mine, and everything feels better. Мне еще в универе нравится. Только все девчонки бегали за мной, а ты нет. Ты ведь у нас первая студентка в курсе. Ты знаешь, всегда как ходила? Вот так вот. Вверх нос. Поднимешь и проходишь мимо. А я, между прочим, в Москву приехал и сразу к тебе похвастаться. А ты вот испанский учишь. А я дура. У меня ноги подкашивались, когда я тебя видела. Серьезно? А я думал, ты говорить с ней не хочешь. Поэтому я выбирал легкомысленных девчонок, которые сами на шею не вешаются. Это платье за 3000 баксов. Да на тебя, идиот. Мозги пудрит. Ты с ним крутила за моей спиной. Между нами ничего не было. Цветы он тебе дарил? Дарил. Платье он тебе купил? Это ничего не значит. Конечно, ничего. Мне казалось, что это просто флирт. Мы не должны с тобой из-за этого расстаться. Это будет ошибкой. Не домой. Митрофанова, ну я жить без тебя не могу! Митрофанова, приходи!